Алтая до гор Кавказа, раскинулась Россиюшка моя. Здесь службу родную несут ребята, такие же, как он, как ты и я. Моя Россия всегда спокойна, мы это можем твердо обещать. Ведь есть профессия отчизну защищать, и день и ночь на страже рубежей страны стоят надежно наши родины сыны. Так было, есть и знаем, будет так всегда. Да, да, вы наша слава и победа на века. И день и ночь на страже рубежей страны стоят надежно наши родины сыны. Так было, есть и знаем, будет так всегда. Да, да, да здравствуют российские войска. Когда-то здесь служили наши деды, за родину в атаку смело шли, и в сотый раз возвращаясь домой с победой, достойно честь России свигли. Моя Россия пусть всегда спокойна, мы это можем твердо обещать. Ведь есть профессия отчизну защищать, и день и ночь на страже рубежей страны стоят надежно наши родины сыны. Так было, есть и знаем, будет так всегда. Да, да, мы наша слава и победа на века. И день и ночь на страже рубежей страны стоят надежно наши родины сыны. Так было, есть и знаем, будет так всегда. Да, да, да здравствуют российские войска. Моя Россия будет всегда спокойна, мы это можем твердо обещать. Ведь есть профессия отчизну защищать, и день и ночь на страже рубежей страны стоят надежно наши родины сыны. Так было, есть и знаем, будет так всегда. Да, да, вы наша слава и победа на века. На страже рубежей страны стоят надежно наши родины сыны. Так было, есть и знаем, будет так всегда. Да, да, да здравствуй! Ура! Российские! Ура! Войска! Ура! 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 Дорогие друзья, спасибо вам за горячий прием. Мы очень рады в очередной раз встретиться с вами. Еще раз поздравить вас с праздником Днем Защитника Отечества. Спасибо. Доброго вам здоровья. Спасибо. Уважаемый подполковник Рустам Рамилевич, мы просим вас выйти на сцену. Руководитель этого замечательного коллектива. Дорогие участники коллектива, позвольте от имени ветерана, участников боевых действий тыла, который присутствует сегодня здесь, от имени воинов-афганцев, интернационалистов, выполняющих свой воинский долг, от имени всех тех, кто носит прекрасную российскую форму, это войска, это сотрудники МВД и ФСБ, это гордость нашей страны, от имени всех матерей, от имени всех дочерей, сестер, жен, всех, кому ударите мирное небо над головой. Спасибо огромное. И до тех пор, пока поет вот такое наше военный ансамбль, Россия непобедима. Спасибо огромное. И мы от имени железнодорожан преподносим вас, вам в честь праздника наступающего, вашего праздника Дня Защитника Отечества и наступающей Масленицы сладкие пироги. Воскресство, за мирное небо над головой, за то,
представляете нашу великую Родину Россию. Спасибо за теплый приют. Всех с праздником. До свидания.